главы. Но еще это не конец. В общем-то, руководство по на случай ЧП номер один. В случае подтверждения развития зараженного последней дали пятой стадии, главе объекта надлежит срочно произвести все действия, направленные на недопущение совершения зараженным общественно опасных деяний, при этом не допуская утечки сведений. Для того, глава объекта имеет право затребовать помощи от отряда, занимающегося обеспечением секретности. Данный отряд правит запросить у главы объекта разрешение на использование огнестрельного оружия, если таковое потребуется. Крайне предпочтительно захватить пациента в пятой стадии живьем, однако если захват несет высокий риск нарушения секретности, действовать следует по усмотрению. Во всех случаях первостепенное сохранение тайны и недопущение раскрытия сведений перед посторонним. Однако сохранение тайны важнее недопущения раскрытия сведений. Приложение к руководству на случай ЧП номер 9. Вопросы и ответы. Вопрос. Можно ли в случае вспышки пятой стадии у множества зараженных, если возможности отряда обеспечения секретности не хватит для наведения порядка, воспользоваться руководством номер 34? Кроме того, вправе ли глава объекта выносить решение об его использовании? Ответ. Совершенно верно. Вопрос. Если при ЧП на объекте в воздушное пространство попадут опасные вещества серии H-170 и появится вероятность вспышки пятой стадии, возможно ли на основании одной вероятности воспользоваться руководством 34? Ответ. Совершенно верно. Обычно с ЧП, ставящим объект под угрозу, разбирается отряд обеспечения секретности, однако можно ли воспользоваться руководством 34 для сохранения секретности при заключении, что возможностей отряда для того недостаточно? Кроме того, вправе ли глава объекта выносить данное заключение? Вопрос. Ответ. Совершенно верно. Вопрос. Исполнение руководства 34 требует крайне взвешенного решения, поэтому его, скорее всего, должны одобрить на высшем уровне. Однако нельзя ли упростить процедуру в случае, когда глава объекта сочтет необходимым немедленно привести его в действие? Ответ. При любых обстоятельствах исполнение руководства 34 должны одобрить на высшем уровне. Однако глава объекта вправе добиваться срочнейшего принятия решения. Руководство на случай ЧП номер 34. Не перепечатывать, не распространять. Чтение данного руководства без соответствующего разрешения строго запрещено. Действительно, только при одобрении на высшем уровне. Решение любой нижестоящей инстанции не обладает силой. Помимо того, решение должно приниматься в кратчайшие сроки. В случае признания на высшем уровне, что с положением не справится наличными силами, для сохранения тайны и недопущения дальнейшего раскрытия сведений, институт Ирия, далее институт, должен приступить к окончательному решению вопроса. Под окончательным решением подразумевается следующее. Устранение всех больных от стадии 2 и выше. Полное уничтожение вещественных свидетельств работы института. Сохранение в тайне применения данного руководства. Глава объекта должен выполнить данные шаги в течение 48 часов с возникновения вышеуказанного положения. Если ввиду непредвиденных обстоятельств глава объекта не сможет их выполнить, ответственность возлагается на его заместителя. Получается, глава это у нас Ирия глава, заместитель это Такана. Получается, Ири не согласился с выполнением этого руководства 3-4, с его обстоятельствами выполнения. Его устранили, в общем-то, и Такана решила сама принять бразды правления и принять это решение, получается. Вот и все. Глава объекта вправе запросить назначение такового для помощи в их проведении. При наличии уверенности в скором приведении в действие всего руководства, заместитель имеет право провести подготовку к нему. Окончательное решение состоит из следующих шагов. Замаскировать происшествие под газовую катастрофу. Блокировать пути сообщения, чтобы, в общем, было сделано. В третьей главе, как раз мы это и видели. Соответствующая команда, замаскированная под полицию, отрежет тело Хинмидзава от внешнего мира. Связь, в общем-то, связи решили. Что, в общем-то, они делали. Блокпосты объяснять произошедшие газовые катастрофы. А, это до этого получается, после уже. Понятно. Соответствующие снаряжения должны храниться в строжайшей секретности, заброшенной в каменоломне неподалеку от Тайготи. Снаряжение должно проходить регулярные проверки, чтобы всегда быть готовым к использованию. Позволяется открывать огонь при неподчинении приказам и попытке прорваться через заслоны с любой стороны. Соответствующие разрешения выдаются командирам отряда обеспечения секретности, командиру блокирующего дороги подразделения. Отрезать связь. Соответствующая команда отключит все средства связи деревни с остальным миром, включая как проводные, так и беспроводные. Как она не будет беспроводные отключать-то, интересно? Проводные можно, как беспроводные.
Отключение связи необходимо действовать со всей возможной осторожностью, дабы не вызывать подозрения при вне затрагиваемой зоны, и отключать связь на самый малый срок, требующийся на проведение операции. Так как отделение связи находится внутри закрытой зоны, связанная команда должна иметь право открыть огонь по любым приближающимся к нему гражданским. Соответствующее разрешение выдается командирам отряда обеспечения секретности командиру подразделения связи. Выбрать предполагаемых зараженных. Основные силы отряда обеспечения секретности должны собрать всех зараженных в окрестных местах сбора на случай ЧП. То есть, получается, в школе, например. Порядок действий смотрите приложение. По приведении зараженных внимательно посчитать их по количеству и сверить его заранее посчитанным числом. То есть, получается, чтобы все были там. Если кого-то нет, то найти его, чтобы никто, в общем-то, не сбежал этой участи, получается. А в третьей главе, получается, Кейти смог этой участи сбежать. Он смог, в общем-то, уйти, убежать. Точнее, там он упал, в общем-то, с моста. Где-то, в общем-то, был, в общем-то, оказался без сознания, в общем, лежал долгое время. И, в общем-то, его не смогли, в общем-то, не успели, в общем-то, ликвидировать, получается. И он, в общем-то, вышел таким образом. А потом почему-то он все-таки погиб. Возможно, все-таки так она... В общем-то, и Ямаину узнали как-то, что он выжил, и тем самым решили все-таки его убить, чтобы, в общем-то, закончить свою работу до конца уже. Мне так кажется. Ни в коем случае не допустить возникновения у зараженных сомнений по длинности газовой катастрофы. Чтобы не помешать проведению сборов, строго-настрого запрещается собрать с собой крупногабаритные предметы быта. Однако в избежание подозрений зараженным разрешается брать с собой ценности вроде оберегательных книжек и личных печатей. В случае категорического нежелания подчиняться, разрешается открывать огонь, однако глава отряда обеспечения секретности должен подходить к данному решению со всей возможной ответственностью. Устранить предполагаемых зараженных. Как только зараженные будут полностью собраны, основные силы отряда обеспечения секретности должны устранить их в кратчайшие сроки. Ни в коем случае не давать им повода для сомнений в подлинности газовой катастрофы. Помимо того, необходимо стараться вести себя как можно более человечно. В случае возникновения проблем отряду обеспечения секретности разрешается при необходимости открывать огонь. Решение об открытии огня принимает командир отряда. От тел с пулевыми ранениями следует избавляться как от пропавших без вести. Ни в коем случае не смешивать их с отравленными. Видимо, кого-то они отравили чем-то, и они, в общем-то, умерли. Ну да, получается, они... То есть, сам все построили, как, в общем-то, газовая катастрофа случилась, поэтому, в общем-то, их как бы убили каким-то газом, в общем-то, они, точнее, погибли от газа, который вырвался из-под земли, в общем, ну, видимо, все поэтому их отравили. А если вдруг кого-то пришлось убить, в общем, пистолетами, оружием, то есть, получается, они... Эти трупы... В другом месте спрятали, чтобы, в общем-то, о них не узнали, чтобы тем самым не появились сомнения, что погибли, в общем-то, люди от катастрофы газовой, а от чего другого на самом деле. Ну да, в общем-то, они решили все это грамотно все подстроить, чтобы никакие сомнения не возникали, в общем-то, на усиление, чтобы, в общем-то, их потом не заподозрили, все-таки не поймали, они, в общем-то, не привлекли к ответственности, потому что они сделали такое. В общем-то, геноцид настоящий просто. Сохранить тайную работу института. Соответствующая команда должна собрать важнейшие секретные материалы, смотрите прилагающийся список из 193 номинований и уничтожить улики. Порядок уничтожения смотрите в приложении. Персонал института окажет содействие в поиске и сборе важных материалов. Необходимо соблюдать особую осторожность ввиду наличия опасных для жизни веществ. Секретную лабораторию запечатать. По закрытии гермозатвора затопить подземную часть. Фото заварить и тщательно замаскировать, чтобы никто не нашел. В течение 3 лет секретная лаборатория должна быть полностью уничтожена. Команда уничтожения объекта обязана устранить всех гражданских, пытающихся приблизиться к институту. От применения огнестрельного оружия следует и воздерживаться, кроме случаев крайней необходимости. Соответствующее решение принимает командир отряда обеспечения секретности. Обыскать деревню. Отряд обеспечения секретности проведет тщательный обыск деревни с ее окрестностями, чтобы убедиться в отсутствии выживших. То есть, почему они, интересно, в третьей главе пропустили Кейти? Если они должны были обыскать всю деревню и окрестность ее. Тот мост, в общем-то, находился недалеко от храма. Они тем самым, видимо, место-то пропустили, что ли, и не нашли Кейти. То есть, они как-то допустили какую-то ошибку.
Логично, хотя сама они люди все же. Даже такой, в общем-то, слабого Кейти в итоге выжил. Он, по-моему, даже рассказал что-то, в общем, журналисту, хотя, по-моему, там говорилось о том, что журналист тоже когда погиб, в общем, ну. Видимо, все-таки они узнали об этом, зараза. В третьей главе еще. Ну, тогда, видимо, они допустили ошибку, получается. Все, кого не оказалось во время сборов, должны быть найдены. Но они не нашли его, Кейти-то. Любых выживших после операции по устранению зараженных следует застрелить на месте. Однако, только в том случае, когда выживший изъявляет желание сдаться. Его разрешается ставить расположение отряда обеспечения секретности, если выживший найден другим подразделением. Отряд обеспечения секретности устранит его так же, как и остальных зараженных. Сменить обычными войсками. Зону передать в руки обычных войск, занимающихся борьбой с последствиями катастрофы. Ну да. Ни в коем случае не допустить возникновения подозрений. А это иначе придется их тоже ликвидировать. И так бесконечности. Отойти в полном составе. После завершения всех предыдущих шагов отряда обеспечения секретности покинет окрестности Акин-Медзава. Ни в коем случае нельзя не увлекать на себя подозрения со стороны обычных войск. Институт следует сохранять до тех пор, пока охранять. А институт следует охранять до тех пор, пока секретная лаборатория не будет полностью уничтожена. Прямо какой-то резидент его, получается, лаборатория секретная, подземная. Там всякие вещества разрабатывались непонятные. Ну, в общем, японцы, конечно, недалеко ушли от своей этой игры. Похоже на Resident Evil чем-то, как будто. О носителе королевы обычных зараженных. Предположительно, возбудитель обладает повадками, свойственными животным с общественным образом жизни, таким как муравьи. У зараженных, как у пчел, есть одна единственная королева, царица, чей статус, насколько можно предполагать, из поколения в поколение передается по крови в роду Фуруде. Данная догадка легко выводится из старинных текстов, затрагивающих деревенское прошлое. Такие зараженные склонны защищать носительницу королевы, в чем легко убедиться на практике. И в отличие от обычных зараженных, привязанных к королеве, сама она предположительно привязана к местности. Вероятность развития болезни у простых зараженных увеличивается прямой зависимости от расстояния до королевы и времени, прошедшего с тех пор, как они от нее удалились. Кроме того, большую роль играет состояние психики. В случае неуравновешенности либо сильной тяги к дому, вероятность развития болезни возрастает. Для предотвращения всего наиболее действенна успокоительная методика Атакана, но если улучшение не наблюдается, то единственное средство – это вернуться к носителю королевы. О зараженных последней стадии. Больные последней стадии страдают крайне обостренной манией преследования и практически не способны вписываться в общество, вписаться. В общем-то, также вся Велика Раскейти в первой главе, Рена в шестой, пятой, Шион в том числе. Подтверждены случаи поджогов, убийств и прочих ненормальных поступков, а в войсках они могут нанести огромный вред. Ну да, в общем, например, Рена, в общем, как себя вела, перебила все окна в школе, в общем, кому там битые настучала, в итоге нанесла раны, так что как раз вот действие получается от последней стадии тоже, видимо. Хельмизавские письменные источники гласят о казнях таких больных, позволяя предполагать, что на них не действует даже возвращение домой. Следовательно, такие больные требуют скорейшего устранения. Надлежит изолировать их до развития болезни. Предполагается разыскать выходцев из Хельмизавы и класть под наблюдение лучших врачей. О развале поселения зараженных. По вышеуказанным причинам предполагается, что если носителя королевы постигнет гибель, у всего зараженного населения разовьется последняя стадия болезни. В случае острой вспышки симптомы начнут проявляться в течение самой ранее суток, самое позднее двух суток. А потому, если не приступить к окончательному решению в течение 48 часов с момента ее гибели, следует ожидать серьезнейших последствий. Учитывая размеры села, ни гражданская, ни военная полиция, скорее всего, не сумеют навести порядок. И более верным выходом видится использование военной силы, готовой подавить вооруженные восстания против государства. Послан на благоприятный день января 2020 года сила. Адресуется Высший военный совет по управлению войной досточтимому полковнику Каидзуми. От кого? Такана Хифуми. Такана Хифуми. Фамилия, в общем, такая же, как у Такана Мио. Ну что интересно, почему Такана, в общем-то, Мио пытался это сделать. Зачем ей было убивать, в общем-то, Рику, если она понимала, к чему это все приведет.
Либо, в общем-то, она просто больная на голову, либо просто, не знаю, какую-то цель она преследовала. Видимо, она не хотела проводить эти в общем, исследования, пытаться вылечить этих людей. Она просто пыталась, в общем-то, замести следы и уехать просто, и все. И было все, в общем, попросту насрать, на что там происходило. Хотя она могла просто убить, в общем-то, Рику и оставить этих, в общем, в общем-то, гражданских жителей деревни, когда они просто бы сами себя убили бы, убили друг друга, точнее. В общем, у них началась бы развиваться последняя стадия болезни, и они бы в любом случае бы убили себя. То есть в любом случае бы можно было бы и не пытаться это делать. Ну, черт его знает, непонятно вообще. Либо это было представляло опасность для всей страны, либо таким образом, наверное, узнали бы обо всем этом. Таким образом бы узнали о том, что они были больны этой болезнью. Узнали, что здесь вот проводились исследования какие-то по насчет этой болезни, в общем-то, по поводу этой болезни. Видимо, она хотела секретность, в общем-то, сохранить, да, чтобы они, в общем-то, о ее деятельности не узнали никаким образом. И, видимо, не только она хотела этого, но плюс ко всему еще и организация, которая стояла за ней, которая, в общем-то, ее спонсировала. Этим самым это ее исследование, получается, вот так. Ну да, так-то логично все. И Такана Хифуми, получается, такой-то родственник. Родственник, в общем-то, Такана Мио. Который тоже, в общем, был знаком с этой болезнью. Тоже, в общем-то, и проводил, видимо, эти исследования еще раньше. До Такана. До, в общем, всего этого. До этих событий, вот. Данной новеллы. Так, и у нас еще дальше. 23 июня 58 года Сёва. Приказ 58Е420. Командир 733-й роты испытания и обслуживания специального снаряжения. Рота вместе с снаряжением для тех из зачистки поселения должна быть готова к действию в течение суток с получения данного приказа. Ротному командиру изучить предлагающееся руководство 34, подобрать участвующие в операции личный состав, исходя из первостепенности сохранения тайны. Кроме того, провести тестирование на совместимость вакцины под руководством персонала Национального института инфекционных заболеваний. Операция задействовать прошедших тестирований. 23 июня 58 года Сёва. Приказ 58Е711. Командир 733-й роты испытания и обслуживания специального снаряжения. Национальный институт инфекционных заболеваний. Отдел инфекционной патологии, помещение 13. Гербовая печать пропущена. О синдроме Хинмидзава. Предназначено ли ознакомление с хинмидзавским синдромом по случаю проведения операции зачистки? Синдром Хинмидзава – заразная болезнь, вызываемая вирусом. В основном зараженные никаких симптомов не ощущают. Так, чуть не. В основном зараженные никаких симптомов не ощущают, однако состояние может резко ухудшиться. Из-за сильного потрясения психики, которого можно избежать, а также из-за гибели носителя королевы. По большей части отмечается бред-психоз, в частности сильнейшая мания преследования. Больные практически никогда не сознают своего помешательства, и выявить болезнь без обследования практически невозможно. Единственный вариант – это сравнить поведение больного с известными признаками последней стадии синдрома. К тому же, в многих случаях больные из-за своей мании преследования прибегали к опасным для общества деяниям, что можно назвать главнейшей проблемой синдрома Хинмидзава. Предположительно, влияя на выделение гормонов, болезнь затрагивает по большей части не тело, но психику, а потому ее можно называть заразным психозом. В заключительной части стадии болезни зараженные испытывают сильнейшее раздражение в лимфатических узлах и могут расцарапать себе шею либо запястье, что они, в общем-то, и делали. Например, Тамитаки или Кейти в первой главе. Это единственный симптом, распознаваемый больным. О мерах предосторожности в ходе операции зачистки. Предназначено ли изучение по случаю проведения операции зачистки? Возбудитель способен передаваться как воздушным путем, так и через кожу при касании. По существу, избежать заражения невозможно, требуется заблаговременное введение вакцины. По окончании операции все задействованные лица должны пройти обследование и при выявлении положительной реакции немедленно обратиться за медицинской помощью. Необходимо соблюдать особую осторожность при обращении с теми, у кого болезнь уже развилась, то есть местным населением. Хотя при обычном взаимодействии с проблемой возникнуть не должно, прикосновение к костлистым волочкам или выделениям повлечет сильное заражение, несмотря на полученную прививку. Следует соблюдать осторожности и не дотрагиваться до зараженных. При возникновении подозрения на заражение
немедленно использовать автоинъектор с реактивом и провести самообследование, как описано в приложении. В случае необъяснимого зуда в лимфатических узлах, скорее всего, имеет место приступ синдрома. Необходимо безотлагательно пройти обследование. В случае положительной реакции воспользоваться автоинъектором с лекарственным препаратом С120. Если через 10 минут зуд по-прежнему ощутим, ввести вторую дозу. Если улучшение по-прежнему не наблюдается, обратиться в штаб за медицинской помощью. Помимо того, так как С120 противопоказано здоровому человеку, присутствие положительной реакции на возбудитель, его введение строго запрещено. Видимо, может убить, наверное, получается. Или что-то какой-то вред нанести. При введении его здоровому человеку в течение 10 минут следует ожидать кожного зуда по всей поверхности тела. Высокая температура, расширение зрачков и бреда. Получается, он вызывает болезни, то что ли? То есть, как бы он и лечит одновременно и калечит этот препарат. Да-да-да. Видимо, как раз вот они нашли этот эффект, и что он вызывает такой эффект. И, видимо, как раз Такана применила как раз этот препарат на Томитаке, получается, вызвал тем самым, как раз, его смерть. Даже, возможно, применила на... Возможно, даже если это ведется цепочка к смерти, в общем-то, других людей, которые погибали случайно, необычно. Например, отец Реки. Он погиб тоже какой-то неизвестной болезни, в общем-то, все интересно. Может, это тоже таким образом его отравили. Вызвали, как раз, у него эту болезнь, в общем-то, и он погиб. Точнее, вызвали его последнюю стадию этой болезни. Что, в общем-то, жители деревни не все больны уже были изначально. В таком случае следует обратиться в штаб за медицинской помощью. Так, что у нас дальше там? В роскошном зале совещания с мраморными столами, дорогими диванами и кристальными пепельницами собрались высокопоставленные чиновники, чтобы объяснить положение. Генеральный секретарь кабинета министров сходил с ума. Он и слыхом не слыхал такой чуши. Слыхивал. Естественно, смерть одной единственной девочки вернет в министерство 2000-й поселок. Удивительно уже знать о существовании подобной болезни, а ведь ее к тому же многие годы скрытно изучали в военных целях, и вот к чему привела жадность главы института. Впервые слышу о такой опасной болезни, ее действительно не излечить. Именно так, как объяснили в Национальном институте, курс лечения для тяжелобольных разработали совсем недавно, поэтому излечить все зараженное население не представляется возможным. В течение суток самый большой двух у всего 2000-го населения поселка разовьется в последней стадии. Следует ожидать значительнейшего ущерба. Специалисты снова и снова объясняли, насколько страшен химизавский синдром. И переспрашивать генеральный секретарь больше не думал. Однако разве ж мог он принять подобные? Ну как это, нет ни одного выхода, кроме как убить всех до вспышки болезни. Понимаю, в чем дело, но разве же можно дать добро на массовую казнь граждан? Почему вообще такую опасную болезнь изучали тайно? Почему бы и не тем, кто заварил кашу, ее расхлебывать? Начнем с того, что подобные исследования не только не играют в Японии на руку, они подрывают интересы нашей страны. Почему даже на 58 году Сёва, правление императора Сёва, занимаются такими нелепейшими вещами? Судя по докладу, излечение синдрома, как понимаю, нарочно откладывали ради того, чтобы изучить получше. И вот к чему привела человеческая жадность. Это террор. Говорю вам, террор. А все это стоит чё из Токио. Пускай те, кто поддерживал исследования, сами разгребают последствия. Пора прогнать за шеи тех, кто до сих пор одержим призраками войны. Вам не кажется, что самое время вскрыть этот гнойник под названием Токио? Виновные не уйдут от ответственности. Однако необходимо сначала определиться, как поступить с угрозой. Человек, стоящий у окна, смотревший на улицу, не принимая участия в обсуждении, медленно заговорил, заставив генерального секретаря замолчать. «Господин премьер-министр, ваше решение. Прошу описать, что случится, если не дать добро на операцию зачистки». Так, в течение 36 часов от нынешнего момента у почти 100% населения деревни болезнь перейдет в последнюю стадию. Под воздействием сильнейшей мании преследования зараженные перейдут к опасным для окружающих деяниям. Ожидается самоубийство, убийство, поджоги, грабежи, изнасилования. От порядка не останется и следа. Возможно, что беспорядки не удержатся в пределах деревни, а перекинутся на ближайшие поселения. В итоге весь мир узнает о произошедшем. Рано или поздно ли на раскрытие того, что первопричиной вирус болезни не сбежать. Полиция наверняка не применит воспользоваться нерасторопностью действующей власти в борьбе на следующих выборах. Токио также будут вами недовольны. Вам не обойтись без их поддержки в переустройстве архипелага, господин премьер.
И что самое главное, кто-либо из правительства может раскрыть проводившиеся разработки в военных целях. Если этого не предотвратить, наше государство рискует лишиться доверия. Что же произойдет, если дать добро на операцию? Так, операцию замаскируют под природную катастрофу, так что нападки от оппозиции за нерасторопность все равно неизбежны. Однако исследование болезни, скорее всего, так и останется тайной. Если по какой-то причине, нелепой случайности, мир узнает об изучении болезни в военных целях, наше государство потеряет в Азии всяческое влияние. Нельзя допустить, чтобы партии, живущие на подкачке чужих правительств, подачки, развернули крупномасштабную кампанию. Изменники чертовы. Случись подобное, наши противники непременно заберут власть, Японию захватят без объявления войны. По прогнозам, если вторая и третья партии объединятся, преимущество перейдет к оппозиции. Международное сообщество будет в один голос хулить нашу страну. Он потребует проверить, действительно ли у нас разрабатывалось ОМП. Соседние государства усилят выступление против нас, и разговаривать с Японией станут не иначе, как жестким языком. Политически наше государство перестанет собой что-либо представлять. ОМП, получается, у нас получается какой-то... Непонятно, что это такое за ОМП. Как, в общем-то, расшифровывается-то аббревиатура-то. От международного доверия памяти не останется. Черт побери, выходит, проблемами для нескольких сотен тысяч людей, живущих неподалеку от Химмедзавы, не ограничится. Но все же, пожертвовать 2000, чтобы запрятать все под ковер, это уж слишком. Мы должны все, что бы то ни стало, избежать раскрытия исследований биологического оружия, проводившегося в Японии. Похоже, придется мне подтереть задницу призраками войны. Получится ли провести операцию без шума? Если правду раскроют, будет ли еще больше скандал, чем от исследования болезни? Да не извольте беспокоиться. Для этого в силах самообороны есть опытные подразделения, специализирующиеся на тайных операциях, и готовили к подобным случаям. Расчеты исключены. Впервые слушаю про тихую зачистку поселений. Впрочем, под ней, как понимаю, подразумевается бойня с использованием газа. Надо же, в силах самообороны, оказывается, были подразделения, обученные ведению газовой войны. Чтобы защититься от газовой атаки, необходимо знать, как их проводят. Чтобы подготовиться к применению врагом газа, нужно научиться его применять. Войска испытаний и обслуживания специального снаряжения денно и ночно изучают способы отразить любое нападение на Японию. Он тихо вздохнул. Граница между человечностью и бесчеловечностью стерлась. Получается, во имя противостояния злу допустимы любые исследования? Но ведь противостоять как-то надо. Есть вещи, с которыми приходится мириться, как с необходимым злом. Как в случае разработок Института ИИ. Скрыть преступные исследования преступным способом. Надеюсь, никто из вас, из участвующего персонала, не раскроет правду и чувство вины. Исключено личный состав для проведения операции подобран из лучших бойцов первой воздушно-десантной, причем из наиболее преданных. Конечно, подобных операций проводить им не доводилось, однако выучка у них первоклассная. А сохранение тайны беспокоиться ни к чему. Идеальные убийцы. Господин премьер-министр, просим одобрить выполнение руководства номер 34. Господин директор управления обороны. Операция точно пройдет без проволочек. Получится ли разделаться с происшествием до того, как оно нашумит? Точнее, получится ли добиться наименьшего числа жертв? Так точно. Предварительные указания уже отданы, готовка идет полным ходом. Мы сможем приступить к переброске сил и проведению операции сразу же, как только получим ваше разрешение. Отдать приказ на уничтожение 2000 человек я не в силах, однако мой премьер-министр долг постараться не уменьшить количество жертв. Понимаю, каково вам. Господин директор, прошу добиться наименьшего количества жертв. Если уменьшить 2000 действительно невозможно, тогда прошу действовать в избежание лишних жертв. Есть. Премного благодарим за согласие. Мы вернемся с хорошими вестями. Если гибель 2000 можно называть хорошим известием. Акун. Будь добр, организуй ближайшие пару дней встречу с Токио. Хотелось бы лично услышать их объяснение. Будет сделано. Между прочим, главу исследовательского института Ириси арестовали? Нет, он покончил с собой, приняв яд. Предположительно, преступление он совершил в порыве отчаяния, считая, что прекращение исследования перечеркивает всю его жизнь. Только кто его знает? Стало быть, причина его безумия так и останется скрытой периной неизвестности. Разрешаем применение руководства на случай ЧП
под номером 34. 23 июня 58 года сего. Премьер-министр XXXX. Директор управления обороны XXXX. В общем, да, они это разрешили. Граждане, чтобы не осложнять эвакуацию, брать с собой пожитки нельзя. Брать ручную кладь запрещается. Повторяю, брать ручную кладь запрещается. Просьба не брать с собой ничего, кроме небольших ценных вещей, вроде сберкнижек, печати, наличных. В избежание неразберихи, эвакуация посредством личного транспорта запрещается. Поздняя ночь. Деревенские жители кучками шли по деревне. Кто-то забирал дом, кто-то поливал сад и насыпал корм в собачью миску. Ничего не понимавшие маленькие ребятишки ревели. Старейшины звучными голосами зазывали народ. Как объяснили, в горах из низких мест вырвался опасный вулканический газ, чей поток отрезал деревню от остального мира. Резкий запах серы, пропитавший воздух и внезапно наводнивший деревню полицейские и военные, не оставляли у народа сомнений. Набожные старики, веря, что это проклятие за гибель Фрудерики, днем ранее усердно перебирали щетки. Они верили, что настал тот самый день, когда гнев Асир сам раскопорил адский котел, и зловонные испарения хлынули на деревню. Солдаты сил самообороны в противогазах ревели колонны деревенских к условленным местам сбора. «Почему вы вооружены? Чтобы защитить вас, чтобы защитить ваши дома после эвакуации. Мы ожидаем всплески мародерства после случая катастрофы. Так кто хинами завет, таким займется?» Говорит первый взвод, все идет по плану. «Так точно, вышли мы на подмогу на отделение. Товарищ, мне надо бы взять дедову поминальную табличку». «Ладно, берите. Быстрее только. Не опоздайте на сбор. Кому трудно передвигаться, пожалуйста, обращайтесь за помощью. Бойцы вам помогут». «О, Ясира сама, гневается из-за убийства Грики тела. Ясира сама, молю тебя, не гневайся, жалься над нами. Поступайте я к научениях. Старшие групп, як усе ваши соберутся, свяжитесь с кем-нибудь совета. Да не гопуйте сторгла адские испарения, Ясира сама в гневе. Да всех отсюда ни в жизнь не вывести. Дайте хоть померить дома. Не беспокойтесь. Вертолеты и автобусы, оборудованные защитой от газа, уже в пути. Вы точно спасетесь. В другом мире. Эй, собираемся в лесничестве. Чертовый четвертый квартал вас не касается. Вам общественный центр за почтой. Граждане, все как на учениях на случай чрезвычайного положения. Просим вас всех успокоиться и направляться к условленному месту сбора. Передвигайтесь вместе. Один отставший задержит всех. Просьба не отбиваться от группы. Вы непременно вернетесь домой. Деревенские не видели за противогазами лиц бойцов. Но что бы они не увидели, если бы удалось взглянуть. Кем те считали самих себя, лгавших про непременное возвращение, зная, что их жители никогда уже не вернутся домой. Один из солдат плакал под противогазом, но никто из местных не догадывался, как он терзается. «Прошу вас, вернитесь. Эвакуироваться на личном транспорте не запрещается. Ехать дальше опасно. Газовый поток перерезал дорогу. Ты что, не чуешь, как смердит?» Некоторые, не послушав требований, попытались выехать на личном транспорте, чтобы не оставлять дома все пожитки. Однако подразделение, ответственное за дороги, установило заслоны на всех путях, ведущих из Хинвинзава. Диковинный вид противогазов и запах серы, от которого хотел чихнуть, убедили, что придется вернуться. Некоторые пытались дозвониться до Акиномии, но в бестолку. Сколько ни пытались, неизбежно слышали, что линия занята. Оставалось лишь думать, что из-за случившейся катастрофы связь не выдерживает нагрузки. В деревне нашлись и радиолюбители. Они пытались понять, что творится вне деревни, но слышали только оглушительный шум помех. Лизер тоже не выдавал ничего, кроме помех. Способов связаться со внешним миром не оставалось. Приходилось лишь довериться полежьям, одетым в форму военных и полицейских. Оказавшись в беспросветной тьме, любой бы пошел на свет, каким бы слабым тот ни был. И не испытывал бы ни малейших сомнений. Услышав из радиоприемника шум помех, один старик, служивший войну на радиостанции, побормотал под нос. Точно такой шум я слыхал, как американцы принимались слушать нас. Он не ошибался. Однако сам себе поверить не смог, и когда сын поторопил собираться, поспешно выключил свой приемник. Ну да, он догадывался, что что-то явно здесь не так.
Жители скопились в условленных местечках сбора на случай природного бедствия. Кому-то досталась школа, кому-то общественный центр. Им сказали ждать внутри, пока не пробудет эвакуационный транспорт. Заодно сказали, будет удобнее пересчитать всех. Просим закрыть все окна на избежание проникновения газа. На всякий случай заклеим их изолентой. Извините, не могли бы вы нам помочь? Лады, молодежь, подмагните. Люди начали вынимать из принесенных солдатами коробок мотки и клейки ленты и заклеивать ей окна и решетки воздуховодов. Порой, уловив из долетевших разговоров по рации, что где-то возникли проблемы, люди, еще сильнее ощущая тревогу, спешили заклеить даже наималейшую щелочку. Стрелки тем временем подошли к центру ночи, однако из-за напряжения сна не оставалось ни в одном глазу. Никто не сомневался, что ночь предстоит долгая. Но что даже забавно, как раз им до конца ночи оставалось совсем немного. «Это все проклятие о Сиросама, река Тяма, и Сиросама!» Все-таки о Никакусе в храме Фурде предвещало гнев Сиросама. Той ночью царство демонов поглотило храм Фурде, демоны пожрали нутро реки Тяма. Мира шептался, что газ проклятия Сиросама, что выпотрошил на тело реки вместе с необъяснимым исчезновением ее друзей и полицейских предыдущей ночью, работа сверхъестественных сил. Демоны унесли, летал туда-сюда. Но никто так не понял, что короткая битва шестерых той ночью решила участь Хименезаву. Ну да, они этого не могли знать. Люди, ослепленные суеверием, всерьез утверждали, что пятеро ребят вместе с полицейскими, желая усмирить всякое гнев и Сиросама после гибели Рики, вызвались принести себя в жертву. Они не понимали, не могли понять. Никто не сознавал, что их суеверие хоронит все усилия погибших друзей. Да, Хинамидзави все списывают на проклятие Сиросама. Но как до того дошло? Вообще говоря, до серии загадочных смертей, названной проклятием Сиросама. Название это употреблялось разве что сильно верующими до лозунгах времен войны против Дамбы. Совсем не так часто, как нынче. Из-за кого так вышло? И само же собой в деревне появилось так, что проклятие Сиросама, происходящее каждый год, стало считаться неизбежностью. Но здешний народ оказался слишком суеверен, чтобы смекнуть. «Майор, все взводы отчитались в полном сборе. Задержавшиеся за желание покинуть зону самостоятельно тоже, как доложили, на месте до последней семьи. Все собраны». «Да, наконец-то. Проклятие Сиросама станет явью. За надругательство над воплощением Сиросама, за Ватанагаси над Фурдой Рикой, божество низвергнет свой гнев на деревню. И пятилетняя цепь проклятий завершится подлинной божьей карой, которую никто уж не назовет происшествием. То будет ярость неистовствующего божества». «Начинайте». «Все внимание», — говорит Гротный. «Посвятим им минуту молчания. Майор, дайте нам одну минуту». «Пожалуйста». Так она насмешливо улыбнулась. Перекрестившись, ротный командир заговорил в рацию. «Отче наш, сущий на небесах, молю, укажи путь себе тем безвинным душам. Молю, вознагради их за высокую жертву, что предотвратит большие жертвы. И мы склоняем голову перед тобою в надежде, что ты простишь нам грех, что мы совершим. Прости же нам то, что мы нынче везесь». Ротный отнюдь не причислял себя к верующим. Он скорее не верил ни в одного из богов. Почему, значит, он, интересно? Однако, чувствуя нужду помолиться кому-то, попросил у кого-то прощения, он говорил так. «Попроси прощения». Почти не помня ни одной из молитв, он молился Богу. Молился, ища прощения за убийство многих невинных, которые собирался совершить. Так она тихо промолвила: «Не обращаясь никому. Никому не ведом час пришествия Бога. Ведь неведомо хозяину дома, в какой час придет вор». В сравнении кое-что глупое какое-то. «Итак, не смыкай же глаз, дабы встретить тот час готовности, не ведая зубовного скрежета. Лжепророки громогласно возвещают пришествие Господа, но не позволь им себя провести. Хе-хе-хе». Один из сидевших в командном пункте разрушил ее. «Похоже на Евангелие от Матфея». «Да, дед любил повторять. Думала, он говорил, трудиться не покладая рук, ибо неведомо, когда придет день вознаграждения за труды». «Сегодня день вознаграждения?» «Именно. Хотя вам, наверное, не понять. Хе-хе-хе. Прошу прощения, но я полагал, что пришествие Бога несет избавление, милость».
Мне кажется, богохульственно уподоблять ему такой день. Должно быть, офицер связи хотел сказать, что ее цитата неуместна в минуту молчания, ой, минуту молитвы перед началом операции, в которой погибнут сотни невинных душ. Ну, она вообще сама воплоти дьявол какой-то, а не, не знаю, себя по себе причисляют богам каким-то, явно какой-то сатана. Однако так она залила смехом. Хи-хи-хи-хи, извиняюсь, только испытывать не вам бога, но богу вас. И нынче я перейду на испытывающую сторону. Хм, какая умная. Итак, минута молчания закончена. Его откончилась минута безмолвной молитвы, в конце которой не хотел никто из бойцов и командиров. Всем взводом приступайте к зачистке. Вряд ли кто-либо прежде слышал настолько безжизненную команду. Она сама вообще безжизненная, это такая-то мразь, в общем, холоднокровная. Это такана. Люди, битком набитые классы, едва сдерживали беспокойство. Солдаты закрыли обе ведущие в комнату двери. Никто не мог и догадаться, зачем. Впрочем, и подозрения ни у кого не возникло. Один старичок подошел к двери со словами. «Да тут и так дышать нечем, хоть в коридор-то, дверь откройте», вдруг упал. Когда жена подошла к нему, чтобы помочь подняться, то тоже шлеп рухнул на пол, как подкошенный. А потом бух-бух, все дальше от двери, ближе к окнам начал падать народ. Для чего странно это выглядело? Как бы сказать, будь то костяшки домино, красиво было бы зрелище. Только падали-то не домино, люди. Некоторые, севшие дальше всех от самых окон, видели дикое зрелище. И что они могли, широко распахнув глаза, пытаться уразуметь, что происходит. Дверь чуть-чуть отошла в сторону, и чья-то рука забросила в класс что-то вроде баллончика с аэрозолем. А потом второй, а за ним еще и третий. И тогда даже те, кто лишь смотрел, как падали домино, сами начали валиться на пол один за другим. Конечно же, сие печальное и забавное зрелище можно было увидеть не только в классе. В остальных помещениях лесничества в те секунды происходило то же самое, как и на всех точках сбора. Многие жизни, мечты о предстоящих совершениях, надежды, будущее. Все так упоительно смешно разбивалось в дребезги в мгновение ока. В кабинете для приема гостей через дверь от учительской раздалась возня. Некоторые мигом сообразив, что в комнату бросили газовые шашки, отрывали ленту от оконной рамы и распахнули окно и выскочили во двор. Некоторые промежков хотели последовать их примеру, но за жалкие секунды, потраченные возню с лентой, главное осели на пол все до единого. Прорыв из приемной. Четверо выскочили из окна. Стреляйте! Огонь, 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 огонь! В общем, солдаты открыли огонь из автоматов побегавшим прочь людям. Очереди грубо развели чуть ли не в завораживающую тишину. Невыносимо безвкусная нотка вплелась в сладостную гармонию смерти. Застреленные в спину люди, словно запнувшись, неловко отнули в землю. Рядом с безмолвной похоронной музыкой, принявшей бы даже явившуюся за бесчисленными душами смерть, их смерти выглядели невероятно пошло. Среди четверых оказался местный участковый. Он выстрелил в ответ из личного пистолета. Пуля ударила куда-то в стену лесничества. При хлопке выстрела солдаты ненадолго укрылись. Не теряя времени, полицейский помчался весь опор к школьным воротам. Но какой с того толк? Их автоматы уверенно поражали цель на расстоянии куда большим, чем размеры школьного двора, и уж обученным-то бойцам никаких трудов не составляло пострелить движущуюся ростовую мишень на таком смешном удалении. Да, шанс у него не было убежать. Увы, в общем, итог для всех был один. Да, все, в общем-то, были убиты. Либо газом, либо пулями. Или они валились на пол, даже не успев осознать, что их травят газом. Либо, поняв, что их убивают, убегали только для того, чтобы быть настигнутыми дождем из свинцовых пуль. В чем дело? Они отстреливаются? Ответьте! Все убегавшие застрелены. Стрелял местный участковый. Тела собрать, с остальными не смешивать. Вылезшие из окна в окно вслед за беглецами бойцы подошли к четырем лежавшим ничком телам и осторожно потащили волоком за ноги, чтобы убедиться, что все мертвы. Первый взвод штабу. Зачистка лесничества завершена. Четверо сбежавших застрелены. Второй взвод штабу. Зачистка завершена. Бежавших нет.
Третий зовут штабом. Беглецов больше десятка. Прочувствуем местность. Никуда не уйду. Четвертый зовут штабом. Зачистка завершена. Сбежавших нет. Третий зовут штабом. Все 13 сбежавших убиты. Зачистка полностью завершена. Принято. Всем взводам обеспечения секретности начинайте подсчет тел. Убедитесь, что число совпадает с подсчитанным ранее. Такана, единственная из находившихся в командной машине, улыбалась. Она не могла видеть, как люди беззвучно валятся на пол. Однако Такана видела. Перед ее глазами стояла отчетливая картина того, как люди, сами не сознавая настигающие их гибели, смирно, в строгом порядке валятся на пол. Знаете, вот дирижировал такой, как в общем, так, дирижер музыкой, так и, в общем, с исполнением своей операции дирижировала Такана, получается так. Прямо такая вся. Считала себя, в общем-то, великой, всемогущей, творящей людские, в общем-то, жизни, точнее, управляющей людскими жизнями. Такана плавно водила руками в воздухе, словно дирижировала, можно добавить. Никогда никто на нее не смотрел, но никто все равно бы, наверное, не понял, чем занимается Такана. Она дирижировала. Должно быть, упоение от безмолвного похоронного марша, мрачно и торжественно игравшего по сотням душ, она воображала себя его дирижером. «Майор, зачистка полностью завершена. Восстановить связь?» «Да, пожалуйста». «Хе-хе». Докладывает команда уничтожения объекта. Материалы вынесены, выход заварен. Вход заварен. Затапливаем подземную часть. Докладывает дорожная команда. Происшествий нет. Докладывает команда связи. Связь восстановлена. Приступаем к восстановлению телефонных линий. Впрочем, Такана не слушала. Она была в прекраснейшем настроении, целиком поглощенная напеванием под нос величественной мелодии. Не понимая, в чем дело, сидевший рядом с ней офицер осторожно поинтересовался. Та-да-да-тан-тан-тан. Такой музыка, в общем-то, из Лосинкарицы, Рукаев, можно добавить, потому что она олицетворяет собой как бы этих вот зло такое, Рукаев, в общем-то, Саурон, в общем-то, такое мрачное, явно. Вижу, вам радостно. «О, да. Лучшая ночь в моей жизни. Вы, наверное, и не слышите гимна, прославляющего новое божество?» «Гимн?» Словно бы нарочито громко рассмеявшись, Такана, размахнув своими роскошными волосами, сказала, раскинув руки. «Да, именно так. Воспевающий бога гимн. Гимн, воспевающий час, когда новый бог сошел на безбожную землю. В Хинамидзаве не было никакого бога. Лишь имя хранилось, а есть Сирасама. Старая земля, где от когда-то правившего здесь бога остался лишь ее след. Я вернул ей бога. Понятно ли вам, о чем я? Едва ли? Едва ли. Хе-хе-хе. Сколько мили осталось богов проклинающих? Сколько богов способно устоять перед человеком? Ни одного. И вот я низвергла проклятие». Такана рассмеялась, она бы потешаясь над остальными, что тем никогда не понять. Конечно же, никто из находившихся в передвижном штабе не понял, почему это смеется. Недоумение на их лицах еще сильнее развеселило Такана. «Без проклятия бог не бог. Сила проклинать вызывает страх, а страх порождает преклонение. Вот чем истинная суть богов. Когда не бог порождает веру, но вера рождает бога, ему ни к чему проклятие. Но боги былых времен проклинали, так что же является собой божественное проклятие, доказательство истинности божества. Непроклинающий бог – всего-навсего людская подстилка. Я воочию, видевший на непокинутый богом земле, след былого его присутствия, подумала вот как. Небеса указали мне путь. Хинамидзава лишился своего бога более чем на век с эпохи Мэйдзи до конца Дамбовой войны. Я считал, что небеса велят мне возродить бога. И небеса одарили меня всевозможными силами. Дарованный небом случай дал мне выпестовать семя проклятия. И оно произвело на свет изобилие плодов. Понятно ли вам? Сегодня празднуют урожай. Сегодня ночь проклятия последнего бога ойковеченного в легенде об Аесирасама. И лишь нынешний день вознесет Аесирасама на престол подлинного божества. О, озвучка послышалась. Пускай сейчас вы не понимаете, рано или поздно узнаете. Узнаете, какой подвиг я совершила. Сколько долго память о нем будут передавать из уст в уста. И как я возвысилась. Бог проклинает, и я не посылаю проклятие. Даже озвучка есть. Почему он сейчас появляется, непонятно. Либо какой-то особый момент, что ли, появляется, наверное, в конце каждой главы, хотя не в каждой главе получается. И я не посылаю проклятие. Сейчас я есть проклятие Аесирасама. Есть, прям так и сказала. Поклоняйтесь же мне, славьте и бойтесь.
Ятку не проклятие, не погибель. Ятку — самая история. История сохранит проклятие и запомнит меня навечно. Я есть проклятие, я превзошла свое плотское тело, и что бы с ним ни произошло, сотканная мной история сохранится навечно. Отныне моя жизнь вечна. Я так, в общем, таким голосом говорю, прям таким радостным вообще. Проклинайте себя, людишки. Досадуйте же на свое бессилие оставить хоть что-то после себя. И осознайте, насколько я велика. Я стала Айси Расама. Отныне место мое среди богов. Ежели плоть моя и обратится в прах, я буду вечно жить в этой земле. Ее смех ржачный такой. Смешной. Она убила кучу людей, смешно. Ну, еще ненормальная. Последний истерический смех перед концом ее на главе получается. Ставящая такую жирную точку в этой истории. Все, всем пришел конец. Всему пришел конец. И конец пришел в главе. Когда плачут цикады, ответы или играть на кукаране Кая, вместе глава массовой казни. Конец, но продолжение следует. Я почти недоступна, но подсказки под конец игр со фрагментами. Так, авторское послесловие открыто, отлично. Почитаем. Что там еще? Читальный зал для подсказок. Так, понятно. Прыжки. Режим прыжка по сценарию. Вообще все, конец главы получается. Да, доступна следующая глава, последняя глава, финальная глава о подыгрывании фестивалю. Восьмая финальная глава доступна. Ну, в общем-то, и менюшка, которая пока что, получается, поменяет свою картинку или нет. А, поменяет, все. Спасибо. Так, ну, начнем подсказки нам почитать бы, конечно, каким-то образом. Ну, как это мне сделать? И послесловие, в том числе, послесловие. Так, авторское послесловие, так, так, ответ пройденной главы. Что не получится, что ли? Так, мне вообще надо... Так, бонусные комнаты. О, подсказки все прочесть. Так. Массовые казни. Так, последняя подсказка по конец игр со фрагментами. Вижу, Рика наконец получила ответы на все свои вопросы. Но вот перейдет ли память о них во следующий мир, иное дело. Да, будет ли она помнить об этом. Рика потеряет память о случившемся перед самой смертью. Случившемся. И весьма сомнительно, запомнила она урок, выученный в данном фрагменте. Ну как, тебе-то понравилось? После взгляда на сей фрагмент, игра с ними едва ли представляется какой-либо интерес. О, ты так не считаешь? И правильно. Если еще разок поскладывать старые, может быть, обнаружатся новые любопытные вещи. Все равно ведь здесь нету предела времени. Если не найти чем развлечься, дело тут, в общем-то, нечего. Выбирать из коробок тоже нисколько не интересно, коли знаешь, что в них. Если ты даже тогда сумеешь развлечь себя, убирая коробку, то что ж, можешь собой гордиться. А? Какой игрой развлекаюсь я? Я не то чтобы играю, скорее просто убиваю время. Мне нравится воображать, что я должен произойти с их миром, чтобы Рика и ее друзья добились таки своего идеала. Я пытаюсь придумать свой фрагмент мира, что не оставило бы их несчастливыми. Думаю, ты в целом поняла, как устроены миры, просмотрев данный фрагмент. Недавно я полюбила раздумывать, что и кто должен был сделать, чтобы Рика не проиграл Такана. Хочешь посмотреть на придуманный мой мир? Хе-хе, увы и ах, тебе я не покажу. В нем Рика с друзьями преодолели все, разбили судьбу и пережили июнь 58 года Сёва. Такой фрагмент, словно бы я хочу потешить себя саму. Не стыдно его показывать. Но не сомневаюсь, фрагмент, который вот-вот составит Рика, выйдет куда великолепнее моего. Пусть бы она застряла в 19 дне июня 58 года сего. Развязка мира Рики затмит все остальные миры. Сколько бы ей не пришлось перетерпеть, если она сумеет таки преодолеть все, фрагмент ее выйдет несказанно великолепным. Думаю, сотканная самой Рика история намного прекраснее всего, что могу изобразить я. Хочешь знать, что с ней стало? Как понимаю, в итоге она вместе с Ханю решила повторить мир еще раз. Биться до последнего за дарованную ей жизнь. Тому научил ее покинутый мир. Новый уже начался. Интересно, что же это за мир? Я думаю пойти на него посмотреть.
А ты как? Пойдешь со мной? Пойдем, конечно. Узнаем, чем все закончится, эта история. Поставим жирную точку в этом кошмаре. И на этом заканчивается подсказка. Так, а интересно, открылись ли новые эти... Как там называется? Музыкальная комната, галерея. Так, погоди, подсказки мы почитали. А вот эти-то заметки переводчика там, видимо, не получится почитать. Видимо, не получится. Ну ладно. Так, авторское послесловие. В общем-то, глава массовой казни. Посмотрим, что там автор скажет. На напоследок. Здравствуйте, я с вами говорю Трюки 707. Позвольте выразить глубокую признательность за прочтение главы массовой казни в игре, когда плачут цикады ответ. Полагаю, данный сценарий можно уподобить странице с ответами в конце соборника загадок. Она отличается такой же безвкусной простотой. Пожалуй, ее можно назвать чем-то вроде гарнира, читаемого приложения предыдущим сценарием. Как его употребить, решать вам, и только вам, дорогие читатели. Если понравилось, то, думаю, вы вкусили его именно так, как надо. Выпуск всего сценария крайне меня тревожил, ведь главный интерес к загадке сохраняется лишь до тех пор, пока она остается загадкой. И весь интерес теперь может пропасть. Было немного боязно выпускать его в свет. Только складывается впечатление, что то, пожалуй, именно потому в наше время постоянно выходят истории, точные ответы которым так и остаются безвестными. То есть, в общем-то, они выходят такими с открытыми концовками, то есть, которые, в общем-то, ничего не дают, никакого ответа на вопрос, что вообще, чем вообще история закончится. То есть, в общем-то, мы сами, читатели, там, игроки, зрители, в общем, фильма, досматриваем, в общем, пытаемся понять и пытаемся в себе в голове, в общем-то, создать такую, в общем-то, картинку, такой, в общем-то, финал, который нас бы в итоге устроил. Получается так. Ну да, так интереснее, конечно, наверное. Хотя, может, кому-то и нет, тот считает, что лучшая история будет законченная, с хорошим финалом, поставленными точками над «и», всеми, в общем-то, ответами на все вопросы, чтобы все было понятно, все, в общем, по полочкам разложено. Хотя, мне кажется, так иногда не интересно. Хочется самому подумать, вообразить, какой бы финал был бы, какие, в общем-то, там были эти мотивы героев некоторые. Ну, некоторые были недосказанности в итоге, в сюжете. Что можно было самому подумать и самому поразмыслить, пофантазировать. Это даже интереснее бывает все-таки. Но чтобы в итоге все-таки вопросы были какие-то отвечены. Точнее, были даны ответы на какие-то вопросы. Это тоже надо все-таки. А не так все, чтобы сам всю игру должен все додумывать за разработчиков, за, в общем-то, авторов, за сценаристов, чтобы они там легко отдыхали, в общем-то, и ничего не делали, в общем. Так, придумали какую-то историю какую-то там. Не закончили нормально. Это тоже, конечно, неправильно. Сборник загадок сам по себе не имеет смысла. Без страниц с ответами. Нет ничего приятного в том, чтобы, наконец, придумав ответ, не иметь возможности проверить, угадал ли он или нет. Мне кажется, что так теряется весь интерес к тому, чтобы скрипеть мозгами в поисках правильного ответа. И потому лично я сетовал на чрезмерное изобилие работ, выезжающих лишь на истории, не предоставляя интереса к разгадыванию загадки. Вот почему я решил раскрыть истинные ответы к загадкам собственной серии. Так как в ней много различных уловок, возможно, что немногие достигли правильного ответа. Поэтому, на мой взгляд, читатели данной серии следует оценивать не по правильности ответа, но по тому, сколько тот нашел вопросов и насколько из них сумел дать ответы. От всего сердца благодарю за теории со впечатлениями, которые вы любезно со мной делились, которыми. Все они великолепны, а некоторые продуманы до того, что мне даже не раз хотелось сделать их истинными ответами. Кроме того, думаю, без ваших смелых догадок я бы не нашел в себе сил дописать серию до 7 главы. Искренне благодарен всем вам за поддержку и цикад. И под конец я хотел бы попросить прощения за то, что как изобразил работник в службе защиты детей. Не могу знать, как оно было в 58 году Сёва. Однако в наше время вопросами воспитания занимаются вовсе не настолько неприятные люди, каким я их показал. Ради сценария эти изображены какими-то заносчивыми нахалами. Однако хотел бы, чтобы вы знали. В наш день правительство первый союзник граждан. По правде сказать, дело защиты детей и воспитания малыши служит народ исключительно самоотверженный, любящий свои занятия, хотя не всегда, мне кажется. Я хотел бы извиниться за то, что в каком свете представил их. Хотя часть он прав. Остается последняя часть, 8 глава о подыгрывании фестиваля.
Я уже страшно нервничаю, получится ли хорошо написать развязку такой длинной серии, какой вернулась, когда плачут цикады. Однако твердо намерен постараться и не подкачать. Буду счастлив, если вы не оставите нас без своего участия. Надеюсь, что вы и в дальнейшем продолжите находить удовольствие в чтении моих строк. 7 Expansion, Рюкиси 07. Автор, в общем-то, данной новеллы. Он, конечно, отчасти прав все-таки. Есть такие люди, думаю, которые вообще работают там не пойми до чего. Которые явно не ради, в общем-то, любви, думаю, занятию, а явно просто ради какой-то наживы или что-то еще. Глупости, власти какой-то еще. Могут быть такие. Мир не идеален. Нет, такое возможно, может быть. Но не все, конечно. Такое бы точно неправильно все-таки. Что-то описывать мир, в общем-то, украшивать мир полностью черный или полностью белый, это неправильно. Он серый и многогранный, в общем, довольно. А как, в общем-то, делают в том числе разработчики игры «Ведьмак». Они там тоже показывают, в общем, всякие решения принимает Геральт, наш герой. Но он принимает всякие решения, которые не полностью белые, не полностью черные. То есть они не полностью правильные и не полностью неправильные. Они отчасти правильные, отчасти неправильные. То есть, в общем, он выбирает малое из зол, малое, в общем-то, из зла, которое возможно сделать в этом мире. Вот так вот. В общем, на этом все. Так заканчиваем на этом большую серию по прохождению новеллы 7 главы о массовой казни новеллы, когда плачут цикады ответы. Или когда плачут цикады, или когда. Или Хигураси на Накукарани Каи в японском варианте. Или Хигураси на Накукарани, или когда там Вензай Край в английском варианте. Увидимся в 8 главе финальной. Это, конечно, серия, думаю, разделена на несколько частей. Думаю, даже получится очень много частей. Ну да, очень, мне кажется. Так тоже длится где-то 1:16, а там еще я делал перерывы некоторые, так что, возможно, получится даже 3 или 2 серии. В общем, как получится, посмотрим там. Я в начале следующего эпизода, в общем, в следующем эпизоде скажу, какая будет серия, сколько там серий разделил это. Большое видео, финальное такое видео 7 главы, довольно интересное. В общем, нам поставили точки над «и», показали злодея главного, показали, в общем-то, почему она... Ну, она не показала, пока не показали, почему она это делает. Просто показали, что она какая-то ненормальная, в общем, больная на голову, что хочет, в общем-то, себя в это возвести в роли бога, показать, что она такой бог, в общем-то, всем управляет, может, в общем-то, жизнями руководить, в общем-то, может и жизни тебя оборвать, в общем, легко так. Вот, и на самом деле, почему она это все делает, пока что я предысторию этого персонажа именно в 8 главе в самом начале. Довольно необычно будет. Такое начало, нас не окунут сразу же в этот год, 58-го года Сёва, а да, намного раньше покажут, в общем, предысторию этой, в общем-то, Такана, но потом же вернут уже. Даже покажут, в общем, в том числе и другого персонажа, который был в качестве такого зрителя выступал. В общем-то, вы как раз, думаю, вы поймете, о чем я веду речь. В общем, на этом все. Если видео понравится, поставьте лайк, также оставляйте свои комментарии. Только лишь конструктивную критику без мата оскорбления. С вами был Михаил, организатор и подписчики моего канала. Всем удачи, до скорых встреч, до новых серий и всем пока. До скорой встречи. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the stars.